Четверг будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно по южной части, утром и днем на большей части страны пройдет снег. В Брестской и Гомельской областях ожидается мокрый снег и слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедится. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, ночью будет все так же морозно от -2 по юго-западу до -13 градусов по северу. Днем воздух немного прогреется, средняя температура от 5 мороза до 1 тепла. В последующие два дня атмосферные фронты с юга Европы усилят свое влияние. Морозы еще немного ослабят хватку, ночью ожидается не больше -8, и то это в северных районах. Днем температура будет колебаться в районе 0, на большей части пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Кстати, самой щедрой на снег погоды в Беларуси была 7 февраля 1894-го. Тогда в Минске за сутки выпало 22 миллиметра осадков. В метеорологических подсчетах 1 миллиметр равен 22 литрам воды на квадратный метр. Представляете, какое это было наводнение? Но самым холодным за всю историю метеонаблюдения был этот день в 1929-м. -36. Теплее же всего было в 2009-м. В Бресте тогда стояла настоящая весна, почти 14 градусов выше 0. В народном календаре сегодня Григорьев день. Считалось, если 7 февраля выпал снег, значит, следующая зима будет поздней, а сильный снегопад предвещал раннюю осень. Кстати, в Григорьев день было принято совершать добрые дела. Люди верили, что они обязательно вернутся. Еще не поздно.